Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Garden Gods. Так, Harvest. Горшочек. Ага. Цветочки. Плюс бананита. И Гордон Рамси Физ. Так, и также нам Мерлин еще достался. Блин, ну неужели спустя, я не знаю, полгода они не добавили здесь русский язык? Я не могу в это поверить, поэтому давай-ка мы зайдем с тобой сюда и глянем. Connect, connect. Язык. Только английский и французский. Ребят, не добавили, ты понимаешь? Не добавили. Ну что, придется играть вот таким вот языком. Значит, наша... А, я могу прокачать Мерлина. Да, вполне, ребят, поэтому... Шикарненько. Левел 6. Так, ну что, 198%. Дамаг плюс девяточку. Отлично. Дай бог теперь вспомнить, как в нее играть, ребята. Давно это было и неправда. Куда нам там идти? В бой. Так, это у меня кто еще есть? Кто еще предстоит открыться? По-моему, вот это у нас баталии, да? Поехали. Будем сейчас с тобой смотреть. Рэй против кого? Сейчас покажет мне. Против Куатра. Угу. Че, с бананита начнем? Ага, жучар ты навозный. Я вот так тогда сделаю. Так, стопухи, стопухи. Полетели. Так, медика нам нужно, ребята, выставить еще. Так, нам, если мы сейчас эту базилку подобьем, будет отлично просто. Актив, актив. Подожди, я уже забыл, как активировать-то. Летит. Так, мины, мины, как раз против танкульки-то. Это замечательно, друзья. Ну-ка. Захотел, что думает, сейчас пройдет мимо нас. Да как бы не так, на тебе. Вот здесь, конечно, немножко похуже. Да, у меня клубничка, мечник еще тот. Поэтому, ребят, все очень даже круто. Ух ты, смотри, какой у него страж, ребят. А, у него башня. А как башню прокачивать? У него башня второго уровня. Ты гляди-ка. Ну, по крайней мере, мы уже наносим урон по башне. Он что, он моего... Он мою клубнику захватил или что? Или мне кажется? Я не могу понять, что происходит, ребят. Куда это вы собрались-то? Все армады, они побежали. Нет. Клубника, выходи. Бомби этих всех охламонов есть. Так, бананита у меня там бомбит. Так и должно быть. На! Ать! Чуткарик не хватило. Давай мины поставим с тобой. Блин, клубника сейчас как не вовремя. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Взорвется хламон. Так, бананита, давай. Шикарно. Так, ну в любом случае, пока выигрываю я. Так, бананита, бомби, бомби, бомби по его замку. Е! Виктори, как с куста, ребята. Ручки помнят, да? Фу. Так, идеальная победушка. Так, 30 лечек плюс 9 цветочков. Окей. Орех бы мне вот этот получить. Неплохо было бы. Угу, спасибо большое. Я уж как-нибудь без этого. Так, мы что тут можем сделать? Ага. Цветы. Бананита. Тедди Пир. Я вот не помню, что такое Тедди Пир. Так, еще... О, бананиту можем прокачать. Кстати, это круто, ребят. Что бананиточку можно сейчас прокачать. 100 цветочков у меня хватает. Ага. Нормуль. 4 уровень у нее. Шикарненько. Так, опа, и мы с собой получаем 3-й левел. Вот у нас теперь генерал Пертовер и банана Вартовер.
А у нас новых ничего не появилось? Нет, так и остались только грибы. По-моему, же что-то должно быть новенькое. Только вот я не помню где. Ага, вот. Что они тут делают, я уже не помню. Давай сюда вот поставим. Я не помню, что он делает на самом деле. Так, он скорость дает и что-то там еще, непонятно чего. Короче, ускоряет или улучшает что-то в этом роде. Так, ну что, мы пойдем, наверное, с тобой. Так, подожди, у нас тут... Ага, обменяли. Так, мистер Банан. Оу, вишня. И вишенка на торте. Значит, я могу прокачать мистера Банана. Улучшаем. Отлично. Третий уровень, всего лишь третий уровень. Я вот не знаю, ну это медленные. Эти как-то мне не особо нравятся. О, вишенку можем еще прокачать. Нифига себе, 200. А вот я не помню, что у нас вишня делает, если честно. Нифига себе. Может быть, нам взять вишню и глянуть хотя бы просто, а? Но вместо кого? Вишня у нас S категории, да? Вместо, блин, вместо медика. Давай посмотрим. Ну что, погнали тогда. Следующий бой. Кто нам тут достанется? Фред. Бля, почему я себе эмблемку не сделал, а? Скажи-ка мне на милость. Ну что, для затравочки начнем, наверное. А-тя-тя-тя-тя, ты жук, ты навозный. Так, давай, погнали. Ах ты, блин, он мага взял, ребят, сейчас будет превращать. Вот об этом я и говорил. В лягушек превращает. Ну, превращайся уже обратно. Так, клубничка. Банан, доржешь сейчас. Уже доржался. Так, что же делает вишня, я вот не помню, хоть убей. Вот она идет такая маленькая. Тин-дин-дин-дин-дин-дин. Оу, она плюется, понял. Так, бананита, стой здесь. Отстреливайся от этих партизанов. Вот так-то, да, значит? Ну что же, хорошо. Оглушаем. Так, можно вот так вот сделать, ребят, заюзать. Давай-давай-давай-давай-давай. Клубника. Е-е-е. В жабу ее превратили, эту клубнику. Мины, мины, мины. Выставляй мины, ребята. Е-е-е. Вишенька, пошли. Так, это у нас вторая башня или первая тут? Это была вторая башня. Так, вот у него основная уже, ребят. Так, медляка взять вот этого. Он медленный, но он такой. Медленный, но он мощный. Ну, конечно, что он там, он атакует? Да, он атакует. Ах ты, клубнику выставил. Знает, кого выбирать. Мы его все равно запинали. Так, вот мыши. У меня нет вот летающих таких вот, как вот он выбирает. Он мне все, ребят, заюзывает именно вот ими. Так, у нас маг. Два мага, короче. Один Мерлин, другой Шмагреллин. Да-да-да-да-да-да-да. Прижучиваем, прижучиваем, ребята. Я еще вот так сделаю ускоряшку. Ну! Е! Красиво. Да, опять же, ребята, клубничка тут меня не подвела. Она очень хорошо дамажит. Я еще помню по тем старым сериям, когда мы с тобой вообще начинали только в игру эту играть, потом как-то мы забросили. Вот, и сейчас она опять мне попалась на глаза. Я вспомнил, скачал и думал, что надо будет начинать все заново. Но, как видишь, прогресс у нас сохранился. То есть я обожаю игры, где... Ох ты. Блин, конечно, хотелось бы получить вот эту вот ягодку, но... 150... Мне нету столько гемов. Я бы, конечно, хотел бы... Так, а это что у нас тут? А, френд-лист. Так, ну-ка. Ага, цветочки. А, гемы. Лечилка. Мистер Банан.
Мерлин очень медленно по качеству, потому что он топик. О, ну слушай, отлично. Значит, у нас есть с тобой прокачка. Прокачка, так, этого 200. Если не ошибаюсь, это Огнеплюй. Как ты видишь, это эпическая карта. Эпическая. Трть, так, опыт. И, конечно же, мистер Банан. Его можно, в принципе, поменять, но он дешевый и такой, знаешь, быстрый юнит. Окей. Так, вот не знаю, может быть, нам все-таки поменять с тобой вот эти вот. Вот что ты делаешь? Не помню. Что он делает? Вишню будем оставлять или будем менять? Давай, наверное, оставим. Тут, кстати, можно вот так вот сделать. Угу, дальше. Оу, мистер Банан еще прокачивается у нас. И Бананита. Так, мистер Банан, давай-ка мы тебе еще поднимем левел, раз такая плясочка. Подожди, мне показалось, да. Не прокачиваем мы. Вот здесь у нас прокачка есть. Так. И... А у нас два раза. Все, да? Четвертый уровень. Вот он, кстати, как раз против воздушных и идет. Медик очень хорошо, если сзади... Ну, спереди идет танк и сзади медик. Вот тогда он тут, да, конечно, круто будет наяривать. Так что, наверное, я пока оставлю так. Погнали. В очередной поединочек. Ищем оппонента. И кто у нас тут будет? 379. Фостер Кедрик какой-то. Фостер Кедрик. Ну что, мистер Банан? Добро клубник он выставил. Ну-ка давай, превращай его. Нет. Вот так вот, да. Рвать его, рвать. Ух. Слушай, он несет, ребята. Так, башня выставляется. Берем вишню. Слушай, башню мы эту сейчас быстренько с тобой уничтожим. Сейчас вторая пойдет. Че, он еще дразнится, да? Он еще дразнится. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, ребята, осталось там чутка осталось. И последнее. Давай вот этого вызовем, танкульку. Так, мины, наверное, здесь разбросаем. Это сейчас, ага. Воу, он охиливает. Блин. Вот это беда, ребята. Он захилял, прикинь, свою клубнику полностью. Ну, взорвись. Хе-хей. Куча мелкой шелупени появляется здесь. Смотри, 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 что уже не знает, что сделать, да? Уже не знает, как меня бомбануть здесь. Ахламон, ну-ка вишенку выкусите. Так, блин. Минус. Давай, магистр. Он мелкими хочет меня, ребята, атаковать мелкими. Ну. Джозель, Джозель, блин. Погнали, Бананита, лети. На-на-на-на-на-на-да. Ага, тоже вызвал Бананиту. Пужанулся. Так, я, короче, подожду сейчас. Накоплю себе достаточно энергии и... Клубнику вызывает. Ну, против клубники, естественно, у нас будет магистр. Так. Не, Бананита, этому банану не жить. Так, мы ускоряемся, да? Естественно, ребята, ускорение у нас идет, потому что... И... Да. Да-да-да-да-да-да. Подбили, друзья мои, подбили мы его. Чу. Крутенько. Тут, конечно, можно еще и смайлики поставить, типа, ну там, поиздеваться над нашим соперником. Так, 9 цветочков. Так, мы еще с тобой новых не пробовали, да? Новый... Оу, я перешел, друзья мои, на новую лигу. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, смотри, что здесь доступно. Так, я не видел вот этого. Я вот этого не видел. Собачку вот эту не видел. И вот этот вот гриб с каким-то пультом. Или с каким-то кассовым аппаратом. Отлично. Отлично. Пляж лимона.
Пляжный лимон, короче. Или лимонный пляж, да, вот так будет правильнее сказано. Лимонный пляж. Так, ну что, возьмем, наверное. Ага. Смотрим. Понятно. Так, опять бананита. Здесь кактус на вертолетике. И что же это? Ах ты. Повар-гриб. Повар-гриб. Ладно. Ну что, друзья мои, будем еще брать или... Давай еще возьмем. Можно еще, конечно, накидать. И чем больше ты кидаешь, тем лучше будут награды. Ну, на созревание, естественно. Так, ну что, давай посмотрим, кто здесь у нас будет. Ищем, ищем противничка. Ну-ка, 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 самому интересно. Так, Эпик. Это, видимо, наш соотечественник. Ох, смотри-ка, бар там наверху, все дела. Давай, так вот сделаем. Оу, я вспомнил, ребята, я вспомнил. Клубника, тихо. Блин, это ягода, ребята, имба. Я тебе скажу. Так, нам нужно ее уничтожить. И мы ее уничтожаем. Очень неплохо у нас тут прикрыто, ребята. Первую башню уничтожили. Вторая. Ах ты, гаденыш, он мины поставил. Он мины, ребята, выставил. Мы тогда тоже с тобой поставим мины. О, медик. Так, пускай идет сюда. Сейчас они тут взорвутся. Упс. Так, я не помню, бананита, давай. Ну, отлично. Все, в минус. Опять? Опять это ежевика или кто там, я не знаю. Ежевика, скорее всего, да? Ну, давай-давай, клубника. Звездани, поэтому... Есть, минус вторая башня, ребята. И основная башенка. Ого, это кто там такой? Он его захиливает. Друзья, он его захиливает. Эй, не вышло ничего, удалее простофили. Ой-ой-ой, огнеплющика вызвал. Ха, а мы его, ребята, просто взяли и в лягушку превратили. Пока он там сейчас оживет, мы с тобой... А что мы с тобой сделаем? Да ничего не сделаем. Ну, ну. Шиш там. Мины, мины, ребята, мины. Не дойдешь. Клубника, отвали. Так, давай вызывать тоже нашу вишню. Ой, вишню, клубнику, конечно же, клубнику. И магистра кислых щей. По-моему, крантарики ему. Да, ребята, не помогли ему минки, которые он там начал выставлять. Как ты видишь, эпика мы с тобой победили. И это круто, на самом деле. Так, а сколько мы очков получаем всего за поединок? Вот что меня интересует. Сколько? А, по 30-очке идет. А следующая лига у нас, по-моему, на 600 будет, да? Насколько я понимаю. Да, скорее всего. Дюнь-дюнь-дюнь. Что такое? Ага, хочешь ли ты за 3? Продают. Ладно, купим. Цветы. Так, мистер банан. Бананитушка. И кактус. Кактус. Ай, хорошо-то как. Давай все это с тобой сюда вольем. Так, 3 часа 53 минуты. Так, а у нас что, кто-то на улучшение пошел? Точно, у нас кактус на улучшение идет. 200 на апгрейд. Левел 5, ну неплохо, кстати. Скоро получим еще один уровень. Ну что, погнали далее, ребят. Пока нам прет, почему бы не использовать, да, наше везение, наш шанс на прохождение. Так, ищем, 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 ищем. Давай, 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 кто там у нас? Кемпачикс какой-то. Полин Гунс. Полин. Поляк, что ли, понимает так, да? Наверное, бананит... Подожди. Угу, вызываем бананиту. Давай, 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 отлично, отлично. Так, здесь можно, кстати, и вишенку еще
не побрезговать позвать. Давай, вишенка. Блин, не успевает, ее прижучивают, ребят. Смотри, что происходит-то. Так, этот с гранатометом, да? Давай, давай, хотя бы одну башню. Есть, минус башня, ребят. Вызываем бананиту. Две бананитки, в принципе, даже разобрали. Ай, летучие мыши. Давай здесь тогда будем начинать. Слушай, она неплохо справляется с этими летучими мышами, кстати, я тебе скажу. Даже с магами. Так что очень даже круто. Не помогает ему эти малыши, которых он там вызывает. А вот мы-то сейчас как раз тут... Ух, клубничка пошла. С базукой выходит морковка. Но мы-то башню ему снесли, как ты видишь. И это круто. Ай-яй-яй-яй-яй, мины, 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 конечно. Ну там одна... Так, одна... две мины осталось. Трэш. Бегут, да? Бегут сюда ко мне все. Так, бананита, выручай. Клубника. Ну, мы ее сейчас запинаем. Она здесь ничего не сделает, даже не подойдет к нам. Все, мины у него отработали, да? Раз мины отработали, можно вызывать спокойно мага. Давай тоже мины поставим здесь. А то слишком дофигища что-то набежало на нас. Давай, 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 давай этого... Отравление повесило? Это что-то новенькое, ребята. Такого раньше не было. Что там? Нектар X2? Нектар X2, это что за... Давай, 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 клубника. Ты, я знаю, у тебя очень много мощности. Блин, а это что еще там за... Не пойму, кто там полетел. Не должен он нас пробить, ребят. Не должен. Давай, давай, клубнику эту. Фига. А что это такое? Сколько там времени, ребят? Я не вижу, блин. Воу-в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 оу. Башню уничтожили. Так, мы должны бомбануть. Есть. Тюх. Блин, но не на 3 звездочки, к сожалению, ребята. Не на 3. Что-то он так в конце активировался, ты заметил, да? Начал там пускать всех, кого не лень, блин. Чуть было не прожал. Но тут главная наша победа. 30 лейк плюс 11 цветочков. Окей. Так, ну что, давай еще, наверное, поединочек, да? На дорожку с тобой зарубим. К сожалению, не буду я тратить пока. Сколько у нас? 18? Давай сюда все вольем. Сокращаем с тобой время, естественно, на созревание горшка суперского. А следующая лига, что там, через 5 побед? Серьезно? Ну, окей. Кто нам тут достанется? Давай посмотрим. Христон Хортонорт. Что еще за Христа? Я сделаю, наверное, вот... Оу! А это что-то... Я не знаю, ребят, что это за шаман такой. Харе. Что за... Смотри, 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 что за шаман делает. Как... Воронки какие-то. А что за воронки, ребят? Ну? Эй! Я не увидел, что здесь вражина его. Так. Давай, вишенка. На торте. Блин, опять это с базукой. Так, не нравится мне вот этот вот, ребят, весь расклад, что они делают. Ну чего ты? Ё-моё, замедление какое-то срабатывает. Идет злюка. Ты смотри, а. Так, пока ничего не делаем, ребят. Пока ничего не делаем. Бананиту вызываем. Сейчас он опять оживет.
Да-да-да-да-да, мы должны бомбить. Мы уничтожили ребят с вами. Ай-яй-яй. Так, этот чувак делает, короче, портал. Очень неприятную вещь для нас. Да ну нафиг, хорош. Прошел. Ждем. Я не хочу сейчас атаковать, у него вторая башня идет. У нас с тобой еще пока первая. Ну, кто кого, как говорится, сейчас передамажит. Мы можем, в принципе, его армию сейчас снести вот таким вот образом. Пускай взрывается. Раз, два, три. Зря я, конечно, так сделал. Зря я тут тянул. Не знаю, почему, для чего вообще я это делал. Так, вишню на раз. Так, минус башня еще одна. Блин, он стоит, ага, мы его все-таки ушатали. Ну, клубнику эту бомбаните, в конце концов, есть. Твою налево, а. Да превратит его, в, я не знаю, там, в рулет какой. Погнали. Магистр. Должны победить, ребята. На, все. Хе-хе-хе. Кул. Ну а чё, не будет выпендриваться в следующий раз. Карл, классно. Блин, ну, сам видишь, клубничка просто рулит. Так что, Христон, иди отсюда. Куда-нибудь подальше. Так, что у нас там? Ага. Замечательно. Так, еще 4 победы, и у нас будет следующая лига. Так, друзья мои, это мы уже, наверное, с тобой продолжим в следующей серии. Я надеюсь, тебе игра понравилась, так что пиши об этом в комментарии. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.